Всем здравствуйте, друзья. Сегодня будет такая вот запись небольшая. Я думал провести стрим, но попробую сейчас сделать запись небольшую. А это будет вчерашний же квест. Только мы его сейчас будем в скоростном режиме проходить. Ну, в суперскоростном режиме. С консолями там просто галопом по Европам. Вот. Собственно, для этого квеста мне потребуется только один всего лишь консольный код. Это увеличение уровня. И надо для начала посмотреть, с какого места стартануть. Так, дом. Это я уже в треснувшем бивне, так что это уже позже было. А вот это я... Так. Будем сейчас смотреть. Ага. Это уже ближе. Уровень 1, уровень 2. Либо 12-я запись, либо 11-я. Сейчас проверим 11-ю запись. В общем, я переписал скрипт и разобрался еще с той проблемой, где у меня не работал удар кинжалом, если в правой руке было заклинание. Это оказался виноват мод... как он... Animated Armory. Вот, у него там есть в ESP-шнике. Я использую, поскольку DAR-версию с этим, с Dynamic Animation Replacer. Вот. Там оказалось это все дело. Так, у меня сейчас уровень 20. Ага. Вот этот момент я начал. Отлично. Значит, мы тогда отправляемся в Донстар. Это вот как раз у меня тут подбежал курьер. В общем-то, суть-то в чем? Проблемы были с этими анимациями. Сейчас я покажу, в каком месте. То есть там в самом моде, в самом ESP-шнике, если вы сталкивались с этой же проблемой, то вы ее сможете тоже и для себя сами легко исправить. Там нужно просто удалить все анимации на парирование. Вот я сейчас вам покажу, как это все будет работать. То есть у меня сейчас в правой руке кинжал. Так. Магию я ставлю, допустим. Так, берем отсюда пока это. Магия. У меня вот лечение сейчас в правой руке. Вот. А в правую руку берем любой кинжал. И теперь вот у меня все работает. И обратный кинжал тоже, соответственно, будет работать. То есть там была проблема в чем? В том, что есть в этом моде вот такие вот рапиры там есть, алебарды. В общем, суть-то в чем? Когда достаешь алебарду, у тебя совершенно другие анимации. И, соответственно, там было для левой руки предусмотрена анимация парирования. Такое себе спорное решение, если честно. То есть вот этот вот замах там был типа как парирование сделан. Там просто удаляйте все три записи из раздела анимации, вот, и будет вам счастье. То есть там ничего в самом моде не ломается. Я все проверил. Как видите, у меня
колющие удары все на месте, Все хорошо, Коль. Просто то я есть не беспокою тебя, да? все супер. А вот и первый посетитель. Музей мифического света открыт, друг. Да, здесь моя коллекция артефактов культа, который чуть не разрушил империю. Может, войдешь? Посмотришь экспозицию, мы поговорим. У меня есть работенка как раз по тебе. Звучит неплохо. Слушайте, а хотите, я сейчас поставлю буквально вот в режиме, скажем так, в режиме Real Time, поставим сейчас мод на сменяющиеся камеры от первого лица и от третьего. Просто, то есть не от первого и от третьего, а при диалогах, чтобы сменялось то взгляд на персонажа, то на этого. Давайте я сейчас найду этот мод быстренько, где он там на Nexus у нас спрятался. Посмотрим его. Поставим. А, блин, мы же его сейчас не сможем. А, нет, сможем. Все в порядке. Просто 5 минут назад у меня почему-то написано было, этот самый Nexus недоступен. Так, значит, как он называется? Face to face. Face. Как-то так, типа Face to Face Conversation, новая версия. Просто позовите ради фана, что это такое. Наверное, это вот оно. Simple face-to-face conversation. Но не совсем оно. Есть какой-то другой. Блин, а что же я так нафиг? Давайте я тогда пока запись поставлю на паузу. И найду его и продолжу. Так, ну продолжается запись. Вот, все. Запись продолжается. Сейчас будет меняться кратенько туда-сюда при разговоре. Интересно. Ну-ка. Почему ты открыл этот музей? Не скрываю, что мои предки были членами мифического рассвета. Одного из моих братцев даже избрали для убийства самого Уриэля Септима. Мы годами прятались от своего прошлого. Стали торговцами, богатыми и влиятельными людьми. Но я понял, что важность мифического рассвета... Наша важность для истории неоспорима. Я хочу, чтобы все в Тамриэле вспомнили, что в какой-то момент мы держали в своих руках судьбу мира. Добру и худу. Блин, прикольно. Гонец дал мне эту листовку. И вот ты здесь. Что ж, надеюсь, музей тебе понравился. Давай поговорим о той работе, которую ты хочешь кому-то поручить. Для начала послушай немного истории. В общем, после кризиса Обливиона несколько групп взялись за уничтожение остатков мифического рассвета. Одна из групп нашла бритву Мерулиса. Великий артефакт Мерулиса Дагона. Они разбили ее на 3 части и поклялись хранить их порознь.
Это было почти 150 лет назад. Но потомки тех воинов все еще хранят обломки кинжала у себя. И они живут здесь, в Скайриме. Ты хочешь с моей помощью собрать обломки? Двое из хранителей обломков, Гунзул и Драскуа, опасные бандиты. А третий, Йорген, я знаю только, что он живет в Мордоре. Вот, держи мои записи о них. Если добудешь части кинжала, я хорошо заплачу. И лишних вопросов задавать не стану, если что. Какой прикольный человек. Не, ну так на своего персонажа смотреть супер классно, по-моему, мне кажется. Так вот надо поставить мод на мигание глазами, потому что в ванильке, насколько вы видите, персонажи наши глазами не мигают. Да, вижу. Значит, суть в чем? Так, стекло у тебя не разбивается, витрина? Не разбивается. Суть в чем? В том, что вот это тут пока единственная часть из бритвы. У меня в инвентаре никаких нету ни бритв, ничего. Просто у меня есть два эвиационных кинжала. Так вот они срабатывают. Так-то они убираются. Так, ну что ж, тогда сейчас мы как будем делать? Мы будем с помощью Kill All проходить, с помощью консольного кода. Все части бритвы нам нужно собрать. И у нас должны будут появляться дубликаты частей в инвентаре для крафта реверсионной версии. Соответственно, мне нужна карта. Сначала морфа. Я сразу же открываю всю карту. Так, для начала летим в морфу. Наверное, будет самое быстрое прохождение квеста на битву Мирон Цедагона. Вот именно вот такой вот, вот хват кинжала реализован у меня в моде. Вот если вы хотите так же, как этот гаджет, держать кинжалы, то если вы смотрите в будущем это видео, то, соответственно, скачивайте мой мод, он уже вышел. На Нексусе. Я ему название придумал, ну, типа, Реверс Вепон Арантанта. Так, слушайте, у меня, походу говоря, нету на взлом никакого заклинания, так что придется сейчас лезть в инвентарь Скайвинда. Во всем Скайриме больше нет таких, как ты. Винт. Возьмем сильное открывание, как и в прошлый раз. Вот, кстати, видите, с какими обложечками у нас
Скавинди, тама заклинания. Это, допустим, на восстановление, то разрушение книжечка, это изменение. Это вот колдовство. Так нам нужно сильнейшее какое-то сильное открывание. А его тут СТ, его тут нет. Похоже, или я его помотал. СТ нету. Значит, вот здесь вот. Том заклинаний. Может быть, ужасное заклинание. ТУ. Вот, сильное заклинание, оно нам подойдет. Вполне. Соответственно, удары у нас все работают. Так вот мы вломились сюда. Блин, у нас еще и магия же заканчивается. Здесь неуютно. Блин, ну ты даешь, Витяга. Давайте хоть посмотрим, чего тут так есть-то. Каркас светлячка. Монетки есть. Зелька лечения. Зелька улучшенного запаса сил. Так, ну чего, хватает? Так, вот у нас первая битва. Первый кусок битвы. Украсть битву Мирунса. Соответственно, что у нас в инвентаре появилось? Сразу же на всякий случай смотрим. Да, вот. Их появилось две. То есть одна квестовая, а другая для крафта. Теперь вот сюда вот тут. В этой крепости, по-моему, ну как. Эх, все умерли. Итак, ну вы же помните, да, что это тут внизу?
пока заходим, пока все. Пока все. Пока все ровно идет. Где-то тут внизу должны быть ловушки. Эльфийский лук Апачи. Ну, в принципе, да, у нас же 20 уровень. Тут нам потребуется лук и стрела. Не попало, смотри-ка, ни одного дочка не попало. Хотя стреляли они, по всей видимости, сверху. Так, что у нас теперь в инвентаре есть? Теперь две таких части. Вчера на все это дело ушло, ну, наверное, часов 5. Так что сегодня суперскоростное прохождение. Блин, как же тяжко играть с такой-то видеокарточкой. Так, теперь куда нам? Прямо сюда, и сразу же нужно быть готовым убить все вокруг живое. Кстати сказать, знаете чего? По-моему, если эта ведьма, она на улице, то она тоже сейчас умерла. Была бы левитация, можно было бы просто взлететь. Нет, дружок, спать, все друзья сейчас спят. Так, а дальше куда? Дальше у нас вот тут ловушка где-то. Так, все, ловушка обезврежена. Там будет чуть-чуть дальше еще одна ловушка. Вот она.
Теперь это куда? Ну и вот, собственно, верх оттуда. Ну что, бабушка тут умерла? Так, а где бабушка? А, бабушка вот где. Так, у нее вот последний вот этот колпачок. И теперь мы смотрим в инвентарь. У нас, соответственно... Кстати, днем-то тут просто супер. Не находите? Вот на ту бы еще гору забраться, но там уже, скорее всего, край карты. Так, показываю, что в инвентаре, видите, два этих. А квест у нас заберет по одной, вот этой, но вместе с ними. Если вы не используете вот их копии, вот этих вот запчастей, то вместе с оригиналами, с квестовыми, заберутся и вот эти из инвентаря. Так что тут нужно либо сразу же это сделать, либо их выложить из инвентаря. Теперь нам потребуется любая абсолютно плавильня. Никаких навыков там перков не нужно. Просто вот эти вот три ингредиента. И с помощью них делайте себе реверсионный кинжал для правой руки, но без ножен. Ну, поскольку ножен тут нету, я решил сделать такую модельку тоже, чтобы без ножен было. Вот, видите, теперь мы можем вполне себе сделать праворукую бритву Мирванса. Не так уж и плохо. Работа ученическая, но вполне добро. Продолжай в том же духе. Так, как у нас выглядит праворукая бритва? Бритва для правой руки. Она вот так вот выглядит. Слушайте, почему на ней ножны-то? А, блин, тут еще. Да, не до конца доработал. Вот. Как вы можете видеть, у меня пропало с пояса. Ножны пропали, так что я еще доделаю потом этот момент, не переживайте. У него, значит, какой прикол у этой бритвы? Тут нету эффектов, вы их не видите, но эффект все равно, бритва Мирванса, он есть. То есть, ну, он вот не на реплике, не на этой, вот не на активаторе на этом, который у вас в инвентаре всегда. А он чисто на той модельке, которая достается уже правой рукой становится. Так, возьмем пока рапиру. Ну и вот, собственно говоря, почему вчера у меня
были проблемы с этим. Потому что когда берешь рапиру, предполагалось только, что правой рукой будет работать парирование. Но парирование не так будет работать, если вы щит просто-напросто в руку возьмете. Так что нечего было городить фигню. Надо было просто сделать либо модельку какого-нибудь кинжала, переименованную в щит. То есть вы ее берете, у вас как щит становится, и вы можете им парировать. Вот. Ну, либо, короче говоря, просто забить на эту всю историю. Потому что вот если сейчас, к примеру, я возьму любой щит, у меня есть с собой, у меня его нет с собой. Но вот у стражников у них наверняка есть. То парирование с левой рукой у меня будет, разумеется. Когда женщина подходит с оружием наготове. Да, не мудрено занервничать. Друзья мои, у вас есть щит у кого-нибудь? У вас же должен быть щит. Если нужны зелья, это тебе в котелок Аркадии. Не, друзья, мне нужен ваш щит, я же не за зельками зашел. Сейчас просто давайте проверим эту ситуацию. Я же не могу быть неправ. Где еще можно Знаешь, в чем сейчас проблема с Каэлью? взять щит? Это вот у стражников. Мне вообще так-то очень нравится вот рапира. Мы ее обязательно поставлю, я вам ее в Скайвинт. Надеюсь, ты не собираешься устраивать неприятности. Чем Щиты могу тебе есть. помочь? Щит, давай сюда. И еще будет обязательно в Скайвинде вот эта вот алебарда, вот именно вот эта вот имперская. Она самая кайфовая. А остальные алебарды хреном знает, Нечего бездельничать. будут или нет. Еще пока не решил. Так. Блин, друзья мои, вы стражники или кто? Спят прямо вооруженные алебардами. Да ёбки, блин. Щита обыкновенного нету. Тут город. Что за фигня? Гитара даже есть. Что у вас за лозунг такой? Служить и защищать. Чем защищать будете? Если у вас даже щитов нет. Короче, щитов нету. Тогда добавляем его из Скайрима. Щиты у нас в разделе броня. Вот. Да любой буквально берем. И вот как работает парирование. То есть вообще нет никаких проблем сделать модельку кинжала, обозвать ее щитом и использовать ее для парирования. Вообще проблем никаких нет. Нет, нужно было городить с анимациями какую-то фигню. Из-за чего у меня там голова чуть кругом не пошла. Так, куда нам теперь? В Данстар. В прошлый раз мы пощадили силы, да, но в этот раз, чтобы заполучить вторую реплику, нам нужно будет весь квест
пройти. То есть нужно будет собрать бритву и убить этого Силуса. Слушайте, второй раз за сегодняшний день этот гаджет нам появляется на загрузочном экране. Прям вот символ моего нового мода на реверсионное оружие. Вообще получение реплик, вообще вот этих вот всех, будет несколько вариантов того, как я, ну там, и объяснение того, как, зачем они, почему они, и в том числе и механик добавления этих реплик, или вообще без реплик будет срабатывать. Все это будет все в моде. Я вот сейчас на последних кинжалах, они в основном квестовые, и все в одиночном варианте. То есть тут только битва Мирнса является таким таким спорным предметом. В общем, короче говоря, на них на всех будут разные способы хватания их обратным хватом. В чем дело? У тебя есть одна из частей бритвы? У меня есть все части бритвы. Ой, слушайте, ну какая мордочка прекрасная. Ого! Да ты знаешь свое дело. Мне это нравится. Держи награду. Для выполнения вообще квеста этого нужен уровень 20. Есть и четвертая часть. Это ножны в витрине. Они созданы для бритвы. И это еще не все. Я знаю, как собрать все части вместе. Нужно только отнести их в святилище Дагона и вызвать самого владыку Хаоса. Ты полагаешь, Дагон сможет восстановить бритву? Детство знал, что у культа мифического рассвета великое предназначение. А теперь я понял, в чем оно. Неужели не понимаешь? Судьба привела тебя прямо ко мне и к обломкам. Дагон ответит на наш призыв. Мы почти у цели. Ура! Встретимся у храма. Побежали. Блин, мне, если честно, не хватает мигания глазами персонажа. Я его поставлю себе скоро. Ага, вот и он ломанулся туда. Ну, а мы туда так телепортнемся. Посмотрим, кто быстрее, игра или игрок. Игра быстрее. Может быть, ты еще раз попробуешь? Перед богами нужно, разумеется, разговаривать безоружной, босиком и голой. Это же бог. Вы чего нафиг? С ума что ли посходили? Ты смертный. Да. С тобой можно говорить. Ну. Тебе удалось собрать как хочешь части моей битвы. Это была забавная игра. Но Дагон не объявит победителя, пока на доске есть пешка. Убей Сила. Он и его род в
сослужили свою службу. Он помог мне найти честь, он заслуживает того, что ему, чтобы ему оставили жизнь. Будет сделано. Убей его. Стань моим героем, или я тебя сокрушу. Ну, как выяснилось с вчерашнего стрима, он меня не может сокрушить. Извини, сегодня у нас тестовый такой. Дагон сказал свое слово. Ладно, но без боя я не сдамся. И ты что, на голую женщину, что ли, решил напасть? Я тебе нафиг руками сейчас завалю. Нет, слушайте, руками я его не завалю. Возьмем тогда железную рапиру. Щит как раз сопротивление электричеству. Полностью оденемся. Слушайте, он как бы вообще-то довольно-таки сильно бьет этот гад. Затыкал. Я доволен, смертный. Я дам тебе свою бритву. Используй ее, чтобы погрузить Тамриэль в хаос. Ты достойный. Наполни мир разрушением во славу мою. Положи руки на мой алтарь в последний раз, и ты узришь силу Мируноса Дагона. Класс. Да? Висит магия. Да, такой не каждый час, не каждый день встретишь. Перед тем, как ты уйдешь, смертный, последнее задание. Ага, сейчас. Похож на идиота. Драться с двумя дайдами. Все, битву мы взяли. Да, битва Мирунса у меня. Это оригинальная битва. То есть она может как в левую руку, так и в правую браться. Это обыкновенная битва. Слушайте, они за мной, они не отстают, гады. Вот. Но у нас еще есть также, видите, для левой руки бритва. И для правой руки бритва. То, что мы сделали. То есть теперь у нас будет две бритвы.
Интересно, я смогу их завалить как-нибудь? Етич. Не-не-не, пошли. Похоже, у меня каменная подагра. Эти гады, конечно, меня сильно потрепали. Да отстань ты от меня. Все, бритву я взял, отвалить от меня. А я думаю, что я так медленно бегаю? А я же одетый. И у меня еще есть мой... Почему я СБ? А, да, я СБ называется. Видите, ну теперь с правой руки у меня легко работает и бритва, и все на свете. Вот так вот мы убежали. Правда, пришлось все тяжелое вооружение с себя снимать. В общем-то, жду от вас ваших комментариев, как это выглядит вообще, что вот именно две бритвы. Не слишком ли это дико? Вот, но все равно как бы больше двух их в руки не взять. А шанс, ну, у нее и так шанс 1,2%. Ну, получается, если с двумя бритвами, получается, ну, 2,4%. Не намного больше. Тут в основном все от скилла зависит. Любая схватка. В основном. Вот такие вот дела. Друзья, так что бритву я сделал. Вот так вот она убирается. Все, всего счастливого.